Всем привет, это 11-й день моего выживания в игре 7 Days to Die. Сегодня, как я обещал, мы наведаемся в город. Так, здесь у нас уже все попереплавилось. Давайте мы выложим для начала, ну, то, что нам не пригодится в ближайшее время. Вот это вот. Так, здесь у меня лечилки. Я возьму, пожалуй, еды. Так, еда. Ну, как возьму? Поем еды. Давайте вот так. 100%. Кстати говоря, воды с собой нужно взять. И, пожалуй, попить. Просто попьем. Так, я уже слышу какие-то звуки. Меня учуяли, походу. Да, чуят, заразы. Ну, давайте выломаем здесь. Прятаться, в общем-то, особо смысла нет. Так, разрядился почему-то у меня арбалет. Так, они набегают по углам, из углов, поэтому мы давайте на них забьем. Я не хочу сейчас встревать в эти разборки. Я обещал, что мы пойдем в банк и, в общем-то, так и будет. Ну и посоветовали мне все-таки собирать вот эту красную травку. Я изначально не ошибся. Это, как мне говорят, та самая травка, из которой варится чаек прикольный. Поэтому я буду ее собирать. Так, возле банка вроде бы никого нет. Нет, вот, все-таки. Все-таки есть. Так. Ну и да, разбирать тела все-таки нужно. Пока что я буду делать это вот так. Так, ну вот рычит где-то, но я не вижу. И меня не видят, что самое важное. Поэтому мы сейчас быстренько-быстренько начнем здесь лутать. Пока будем собирать все подряд. Ух ты, вот она. Забрела в здание. Так. Ну и наша задача, в общем-то, разломать сейфы. Ага. Просто так, конечно, мне не дадут здесь полутать. Так, там вот еще одно тело бродит, но меня не видит. И трогать я его не буду. Еще один. Блин, а как он? Вроде только что меня никто не видел. За спиной спавнятся, что ли, блин? Не будем тратить болты. Отлично. Это еще один. А, это вот тот, который якобы меня не видит. Да, обещал я, что будет разделка сейфов, но начинаю с разделки туш. Такая игра.
Со всей округи, походу, набежали. Ребятки к нам. Так, мне с них, в общем-то, нужны в основном именно кости. Потому что кости идут на крафт клея. То, ради чего имеет смысл разделывать эти. Смотрите, олень забежал. Так. Ну, вроде больше никого. Надеюсь, нам больше не помешает. В общем-то, вот. Дверь основная, но также не лишне будет забрать вот здесь вот все. Так. Ну и давайте начнем, наверное, вот с этого сейфа. Давайте, наверное, сделаем так. Я поломаю все вот эти сейфы и, ну, вне записи, и включусь уже, когда все будет готово, чтобы вам, ну, не тратить время. Итак, на взлом 6 сейфов у меня ушло, получается, 1,5 часа игрового времени и примерно треть прочности нашей кирки. Давайте начнем лутать. О! Охотничье ружье. Целое, не очень хорошего качества, но все же. Ну, вот это я скрапну сразу. Это возьмем. Пистолет. Вот, кстати, серебро, это на продажу. Пистолетные части пригодятся. Схема бура. Отлично, схема ракетницы. Так, уже неплохо. Схема какой-то перчатки, не знаю, есть у меня такая. Сейчас мы это узнаем. Там ракетницы всякие, короче, и ракетные части. Нет, вот такая уже была у меня. Нет, такой не было. Вот она, эта перчатка. Так, ну и самое интересное вот здесь у нас. Прочность двери этой 8000. Тогда как прочность блоков рядом по 1200 каждый. И два блока это 2400. Мы можем взломать их относительно быстро, да, и не тратить время и нашу кирку на взлом самой двери. Там, правда, бетон дальше, но я раньше так пробовал делать, можно просочиться между блоками. Это, конечно, недоработка игры, но игра все-таки в альфе, я надеюсь, что такую возможность пофиксят. Никто, кстати, не пришел, пока я тут ломал, и сейчас не пришел. Вот, еще 6 сейфов. Я обещал, что мы потестируем взрывчатку. У меня есть вот такая вот, например. Бежим. Бабах. Так, теперь нужно ждать гостей к нам. Да, вот они как раз. Зомби привлекает звук. И даже если их не было в округе, они могут появиться после такого громкого взрыва. Да, это я зря. Пока больше вроде никого. Давайте проверим, насколько повредились сейфы. Смотрите. Ну, правда, только один. Давайте его доломаем. Я постараюсь кинуть вторую нашу взрывчатку к другому сейфу.
Такой довольно небольшой радиус поражения, скажем так. Это какая-то броня. Вроде бы у меня такой не было. Так, вторую мы кинем вот сюда. И бежим, 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 бежим. Ну, по ощущениям, взрыв громче был. Пока никого. Кстати, машины можно осмотреть. Пустая. Странно, что никого нет. Наша деятельность не привлекает зомби почему-то. Давайте проверим, как там дела. Локет. То есть вот эта вот взрывчатка не причиняет вреда блокам. Будем иметь в виду, я снова применю YouTube магию и взломаю сколько смогу здесь сейфов, насколько хватит прочности кирки. Итак, время уже к 11, я доламываю последний сейф, и их 9, да, я ошибся, ляпнул, что их 6, на самом деле, конечно, их 9. Давайте проверять это в скраб. Я заодно выложу то, что мне не понадобится. Кстати, вот это тоже скрапнем. Так, сахло это тоже я выложу, мне оно не нужно. Это заберем. Ну, запчасть и еще один рецепт. Пистолетная часть. Еще охотничье ружье. Мы пока не можем его все равно разобрать. Ну, шотган. Блин, ну мини-байк я хочу. Да, не свезло, как говорится. Ну давайте тогда разбирать все, что можно здесь разобрать. Ну не особо. Электрические части. Так, давайте что-нибудь выкинем. Что нам вообще не нужно? Пока камень не нужен. Вот это давайте съедим. Это скрапнем. Электрические, механические и электронные, да, получается, компоненты. Нам они не особо нужны. Гораздо интереснее, я думаю, разобрать машины. А вообще, наверное, стоит смотаться обратно на базу, выложить все это дело, чтобы, ну, начать лутать дома, короче говоря. Так, не будем забывать о такой возможности, как разбирание гнезд. Чудесно. Так, вот это тоже возьмем. Зомбачки ушли, которые здесь были, да? Вот, кстати, кто-то напоролся на мои колья. Но тело что-то не сохранилось. Так, подожди, как починить? Вот. Дерева нет, понятно. Дерева нет, починить нельзя. И вот здесь вот нужна сталь. Так, выкладываем лишнее. Так, так, это скорее в еду пойдет. Так, это все остальное в оружие. Разбираться будем позже, что к чему здесь.
Это сюда. Так, ну и все. Значит, дома, машины и все такое. Я думаю, лучше начать с какого-нибудь угла. Ну или с ближайших домов. Вот, например, домик. Хотя, вообще, вы знаете, наверное, стоит начать с самых богатых домов. Здесь особо богатых домов я не вижу. Богатый дом был в той стороне. Там, где бассейн. Так, Хант, кто это меня... Кто это меня видит, а? Ага, вот он. Она, точнее. Сестричка. Таблеточки. Пусть пока лежит здесь. Здесь тоже кто-то напоролся. Мы видим, что колья наши работают. Тут, кстати, тело сохранилось. А, блин, думал перепрыгну. Ну ладно. Там вот за церковью. Это и не церковью, а как? Скорее там ритуальный зал. Там вот есть богатый дом. Я хочу наведаться туда. Может быть, нам дико свезет, и мы найдем рецепт мини-байка где-нибудь там в ящиках. Это возможно. Но здесь вот что плохо, это то, что зомбачки соспаунились в больших количествах. Довольно-таки. Это опыт. Прокачка. Так. Пока никто меня не увидел. Потихоньку, смотрите, собираются. Пока берем все, отсортируем. Ты. Чуть было не прилетело мне. Вот так вот внезапно. Шлем, кстати, неплохой. Сенсет. И уровень, да? Там в доме, скорее всего, кто-то еще сидит. Чует меня. Какой жирный, зараза. Так, челлендж. Челлендж, это хорошо. Давайте сразу прочитаем. Может быть, и выполним. Так, кого-то там нужно убить. Стаг, каких-то стагов. Я не знаю, кто это такие. И где их взять. Хантед, хантед. В доме он сидит, да? Давайте зайдем, посмотрим. Нет, не видит меня. Боже мой, сколько вас здесь, ребята. Опа, опа, опа. Чуть было не отоварили. Так, и это еще не все, да? Там где-то еще ребятишки снаружи ломятся уже. Блин, не успел. Немножко экшончика, конечно же. Так, не видят, хорошо. Гвозди. Не видят, но где-то ломятся, я чувствую. Слышу. Так, давайте, пока не поздно, скрапать все, что нам не понадобится.
Ну и хотел я осмотреть, в общем-то, вот этот вот домик. Наконец-то я к нему дошел. О, замочек прикольно. Он нам не особо нужен, это для сетевой игры. Я его, наверное, скрафну сейчас. Чудесно. Смотрим. Аккумулятор, плохой двигатель. Трубки. Фару оставлю пока. Это в скраб. На железо идет. Мало железа, всего три. Ну, пусть будет. Мусор тоже осмотрим. Так, тут странно, никого нет. И никто меня не слышит. Там вот в воде может быть тайничок. Здесь я вроде бы ничего не вижу. Давайте нырнем. Почему-то я не могу заглянуть под воду. А, вот, да. Причем, смотрите-ка. Аж целый сейф. Целый сейф. Я думаю, что стоит его взломать. Так, ну, видимо, вот так придется это делать. Ха. Выныривая периодически подышать. Смотрите-ка. Или нет? Нет, все-таки. Звук, кстати, приглушен в воде, как и должно быть, в общем-то. За это спасибо разработчикам, такой реализм. Да и за то, что нужно приседать, в общем-то, тоже. Подышим. Никто не пришел пока что. Отлично. Ну, такое. Всякая херня, грубо говоря. Но железный шлем это неплохо. Это неплохо. Ну и чё? Нужно вламываться в дом. Тут не заперто, кстати говоря. Давайте разломаем вот это вот. Странно, что здесь никого нет. Обычно здесь тусовка такая не слабая. Так, это я не буду ломать. Я знаю, что можно разбирать и телевизоры, и лампы вот эти. Но мне пока что эти электронные части не особо нужны. Лампы крафтить, конечно, я собирался, но... Сейчас моя цель другая. По максимуму осмотреть все контейнеры и искать рецепт мини-байка. Полагаясь, в общем-то, на рандом. Нет, не буду даже брать, чтобы... А вот это возьму. Это полезное. Бутылка. Ну, пусть будет. Кстати, нужно набрать воды. Не забыть только нужно. Так, тихо, водичка. Водичка пригодится. Ну, возьмем. Еще бутылки. Так, ладно, здесь особо ничего нам не перепало. О! Блин, гребаная бумага. А тут кожа, смотрите-ка, идет.
кожа и дерево. Тихо. Ну, сапоги разберем. Хотя у меня вроде бы есть такие. Давайте-ка возьмем, проверим. А, нет, я же их заменил. Значит, нет, послышалось. Значит, скрапаем. Не можем скрапнуть, да? Ну и ладно. Так, и разбираем стульчик. Механические части нам нужны. Не заперто. Хорошо. Клей, прикольно. Клей, это хорошо. Так, но здесь тайничок, очевидно. Очевидно, тайничок. Заперто. И сейф. Ну, пули это, конечно, прикольно, да, вот эти патроны. Но, блин, это не мини-байк. Я надеялся все-таки на другое. Так, это нам не нужно. Это мы скрапаем. Сейф. 2500. Придется взламывать. Я попробую разобрать. Мне советовали попробовать это сделать в комментариях. С помощью ключа, то есть. Почти сломалась у нас кирка. Я, наверное, не буду ее даже чинить. Сразу скрапну. У нас там есть еще стальная. Так, смотрим. Хлам. Откровенно хлам, друзья. Шотган. Ну, это обрез, то есть шорт. Поэтому скрапаем. Мне такое не нужно. Ну, что-то вроде как ломается, да, но... Что мы получаем за это? Место у меня есть. Нет, так не пойдет. То есть мы тратим, получается, свой ключ, но ничего не получаем. Не хочу. Потайная комната. Здесь одежда. Скрапаем тельце. Кстати, вот неплохо. Хоть и плохого качества, но я возьму. Магнум — это хорошая вещь. Больше здесь ничего и нет, получается, да? Да. Ну, давайте заглянем вот в этот домик, который мы начали обследовать, но не закончили. Вроде бы никого нет. Изучаем. Это скрапаем. О, пистолетик. Тоже скрапаем. Никто меня не видит, не слышит. Замечательно.
О, туалет. Так, нет, этого я брать ничего не буду. Вот это хорошая вещь, кстати говоря. Можно брать у себя кровь. Так, скрапаем. Скрапаем шлем этот. Ну, пока пусть будет. Пока пусть будет. Трубки тоже я скрап, но их можно делать, я знаю, в печке. Поэтому для экономии места лучше их вот так вот скрапнуть. Так. Ну, теперь здесь. Скавенджинг. Подрос. Я так не обратил внимания, сколько он. Но со всеми скиллами и вещами будем разбираться ночью. Пока что вот так. Бандана. Все в скраб. Так, и наверх, да? Буянили тут, посмотри. Так, мясо вот это сразу выкидываю я. Так, тут нет двери. Немножко другая планировка, я просто с похожим домом перепутал. Здесь на верхнем этаже должен быть книжный шкаф и сейф. Друзья, если я ничего не путаю. Вот, кстати говоря, заначка. Но пустая. Пустая совершенно заначка. О, уже неплохо, смотрите-ка. Очень неплохо. Никого нет. Еще бы научиться нам делать магнум. Так. Все в скраб. О, друзья, мини-байк. Это свершилось. И, кстати говоря, охотничья винтовка, рецептик. То есть зря я перся вообще в банк. То есть как зря. Это был, конечно, тупо рандом. Механические части идут. Вот. Рандом сыграл не в мою пользу на вот этом банке. И вот здесь вот мы все-таки нашли то, что я хотел. Чудесно. Только вот места больше нет. Время, в принципе, у нас уже 4 часа. Я думаю, что можно двигаться уже домой. Немножко срубить деревьев. Даже два, смотрите, книжных шкафа. Отлично. Просто супер. Так, яйцо некуда взять, поэтому просто разламываем. Пистолетная книжка. Этот вообще пустой. Ну отлично, я доволен. Я очень доволен. Ага. Травку не смогли собрать. Выходим. Я грозился набрать воды. Пока не забыл, давайте это сделаем. Вот у меня 7 бутылок есть. Так.
Все, бежим. Но не просто бежим, а добываем дерево. Хотя куда мы его добываем? У меня же нет места. Я выкину вот это. И. Блин, что бы еще скрапнуть? Скрапнем вот это вот. Так, меня учуяли. Или нет? Нет. Вроде бы не чуют меня. Просто бродят там. Заправим. Так. Опа, 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 опа. Нифига мне прилетело. Как-то я ее пропустил. Ух ты, смотрите-ка. Но остальное я не буду брать. Сенсит. Чует. Видит только до зуб не имеет, называется. Вот уже и видит. Ну-ка, где? Хант это. А, вот она. Патрончики. Это всегда приятно. И больше нет места, поэтому валим. Валим, валим, валим. Немножко дерева я добыл. Можно, в принципе, заказать. Заказать что? Спайки. Вот такие. Есть еще вот такие, но лучше улучшать вот эти. Я думаю, что на все мы закажем. Пусть они производятся. Только вот некуда им производиться, да? К сожалению. Нужно освободить инвентарь. Так, она меня увидела, да? Нет, ничего этого я не возьму. Некуда мне, бежим, бежим, бежим. Нас тут поджидают? Вроде нет. Ну же, ну же. Так, облегчаемся. Так. Это в медицину пойдет. Где у меня медицина? Вот здесь. Так. Так, это пока сюда. Хорошо, идем добывать ресурсы. Но есть ли у меня бензин? Есть немного бензина. Я думаю, что нашу рощицу можно прорядить уже. Заправим. Так, пошло дело. Чудно. Ну
вот этих спайков тоже закажем. Что-то мне все время кажется, что меня преследуют. Так, вот этих много не бывает, еще закажем. Так, ну здесь у меня довольно большая очередь образовалась уже. Я думаю, что больше мы ничего заказывать пока не будем. Закончим с деревьями. Так, вот там вот я вижу, бродят ребятки, но меня пока не видят, не слышат. Я перегреваюсь. Попьем водички. Смотрите-ка, увидела. Так, вроде больше никто не заподозрил. -34 градуса, по-прежнему перегреваюсь. Что такое? Что за дела? Снимем вот это. Почти сломалась у меня бензопила, поэтому давайте высадим саженцы, и надо добыть камня. Без камня стрёмно. Так. Довольно густо получается у нас. Растут деревья. Целый лес, я бы сказал, уже будет. Никто не видит, хорошо. Еще 5 штук. Все. Ну и камень добудем обычный. Не буду я искать, бегать. Маленькие камушки. Мне нужен пока что именно камень, не столько железа. Железо тоже, конечно же. Но камень
в основном. Остатки кирки уже добьем. С этой киркой довольно резво проходит добыча. Наверное, ночью нужно будет починить нашу бензопилу. Очень она мне нравится. Так, так, так. Крафтинг очень хорошо растет за счет вот этих вот спайков. Да и майнинг у нас уже подрос. Там на сейфах он несколько раз повысился и сейчас вот. Кто вдруг спросит, почему я не использую стальную кирку? Я на самом деле жду, пока у нас подрастет навык. Потому что иначе использование ее мне кажется нерациональным. Получается, что хорошая кирка, но низкий урон. И слишком дорого выходит. Долбать, допустим, камни, да, вот так вот по 2, по 3 за удар такой крутой киркой. Стали у нас мало. Вот. А если мы навыки прокачаем, то и эффективность работы кирки будет существенно выше. Поэтому я ее берегу пока что. Она, конечно, у меня есть, и при случае я ее обязательно использую. Если, допустим, мы не сможем по какой-то причине сделать новую кирку себе взамен вот этой железной. Или еще какой-то форс-мажор. Но предпочитаю беречь. Также по поводу стратегии. Очень много поступает советов, рекомендаций по тактике выживания, особенно во время Орды. Я еще раз повторю, я уже говорил об этом, что данный летсплей у меня позиционируется как отдых, да, поэтому заморачиваться и городить, вот он, смотрите-ка, но он меня походу не видит, городить какие-то мощные постройки, о, все, да, кирки капец, у нас есть еще вот такой вот молоточек, чувствую, сейчас он придет к нам все-таки, этот зомбак. Вот городить какие-то крепости, постройки я не буду. Я думаю, табуретка наша переживет еще одну неделю. Вот. А третью неделю игры я посвящу тому, что мы будем исследовать местность, да, другие города. Я, конечно, хотел здесь каждый дом облазить, но несколько домов вы уже обыскали. В принципе, структура их одинаковая. Кухня, туалет, гостиная, там диванчики, шкафчики. Наверху может быть сейф. В подвале может быть тоже сейф. Есть такие дома. Таких вот интересных домов, да, которые есть с убежищем, я здесь не вижу. Поэтому третью неделю я, пожалуй, посвящу именно вот поиску таких интересных мест на карте. У нас, я допускаю, уже будет мини-байк. Мы поездим по округе, посмотрим. Ну а больше трех недель выживать, ну к концу третьей недели мы, конечно, вернемся сюда, к нашей табуретке. Я попробую выжить на ней в третью орду. Дальше я не вижу смысла играть именно на этой версии. Буду ждать новой, может быть, она уже и выйдет. Как-то так, вот такой план. Конечно, реальность может внести свои коррективы. Давайте-ка мы его привлечем, его внимание. Че это, куда он пропал? Прилег отдохнуть, что ли? Хантед. Ну давайте подпустим его поближе. Подойдет, я его в башку засажу. Если, конечно,
Отлично. Попал, на удивление. Давайте доковыряем этот камень. Сколько у меня уже? 500. И откуда железо, кстати? Видимо, приходит все-таки с этого камня понемножку. Я не слежу. Вот, о своих планах я вам поведал. Я знаю, что есть более изощренные способы, да, выживания. И альтернативы, конечно же, этой табуретки есть. Может быть, после третьей недели, если мне будет интересно, будет у меня настроение, желание и время, я заморочусь чем-нибудь таким, но уже не буду так вот, как сейчас, да, день-ночь, все на запись. Может быть. Не исключаю такой возможности, но не обещаю. То есть, если я что-то решу, так, все, да, давайте его починим. Все-таки. Если я решу что-то здесь вот немножко нужно подождать. Решу что-то такое продемонстрировать, ну, хорошо. Где он? Ничего особенного не принес. Давайте его разделаем. И доковыряем этот камушек. Тем более, что здесь внизу пошло железо. У меня по-прежнему ощущение, что именно из нижних блоков оно хорошо идет. Так, 8:30. Надо уже шкериться. Так, пока хватит. Давайте-ка еще вот так сделаем. У меня вот есть колья. Я наставлю колья сейчас возле... А, это он здесь просто в яму попал. Понятно. Глина, кстати. Но у меня нет лопаты. Ладно, пока обойдемся. Наставлю кольев на подходе к нашему жилищу. Во-первых, вот здесь на углу. Ну вот так вот, в таком вот хаотичном порядке, чтобы нам можно было ходить. А зомби случайно, если они попадутся, все-таки попадались на эти колья. Так, и починить нужно здесь вот. Так. Да. Внутри там тоже я, конечно же, поставлю. Тоже несколько кольев. Тут вот они в основном лазят, поэтому я вот так вот небольшую такую загородку сделаю. Вот. Ну и время у нас еще есть. Давайте вот эти колья тоже расположим вторым как бы рядом. Я думаю, что три ряда все-таки будет в самый раз. Так, вот здесь вот надо разобрать. Никого пока нет, что-то как-то подозрительно краснеет небо, друзья. Мне это не нравится. Так, тут вроде все в порядке. И здесь тоже надо бы починить.
Вполне, я считаю, способна эта конструкция пережить... А, не туда. Ну ладно. Пережить вторую орду. Тут, кстати, тоже надо бы починить. Изрядно покоцали. Так, скрапа нужно, да? Чудно. И тоже не лишне будет сделать подземный вход. Вот как раз хватило, смотрите, прям впритык. Подземный вход тут вот тоже восстановим. Вдруг придется нам отсиживаться как-нибудь ночью, если придут по зову кричалки, ребятки, как уже было. Все, да, закончились. Починим тогда. Все. Довольно много дерева уходит. Я думаю, что на этом дневную серию можно считать законченной. Ночью будем заниматься, как обычно, крафтом. И встретимся, в общем-то, с наступлением темноты.